Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу ответить на вопрос подписчиков, которые спрашивали, как правильно перенести фигурку на торт. Вот вам покажу сегодня на примере олова. Итак, наша фигурка. Берем ее аккуратно рукой и выкручивающими движениями вытаскиваем из пенопласта. Если бывает, что шпажка очень плотно настолько заходит в пенопласт, что просто страшно вынимать, чтобы не сломать фигурку, тогда берем плоскогубцы, крепко держим и опять же выкручивающими движениями вынимаем фигурку из пенопласта. Далее ставим ее на торт. Примеряем, где она у нас будет стоять. И также плоскогубцами ее ставим на наш тортик. Смотрите. То есть можно оставить так. Но шпажка не доходит до конца. И иногда, если, например, состав торта достаточно нежный, фигурка может как бы просесть. То есть пойдет деформация самого торта. Поэтому я всегда сделала дырочку, наметила, где у меня будет стоять фигурка. Возвращаю фигурку на пенопласт. Беру другую шпажку, вставляю ее в торт. Отрезаю примерную высоту фигурки. Теперь берем фигурку, опять же выкручивающими движениями вынимаем шпажку. Тут, как говорится, главное не спешить. Все. Вот. То есть вот так вот аккуратненько вытащили. У нас осталась дырочка. Вставляем нашу фигурку и опять же очень аккуратно одеваем на новую шпажку. Все, оделась. Намазали клей, можно не мазать, тут смотрите сами. И все, фигурка стоит на торте. Ну и еще один плюс, когда все-таки шпажка доходит до конца, до подложки, это то, что фигурка не будет как бы качаться, то есть она будет крепко стоять за счет того, что у нее будет центральная ось по всей длине фигурки. Вот такой торт в итоге у меня получился. Видео с этой фигуркой вы можете тоже найти на моем канале. Ну и хочется вам пожелать, чтобы вы писали, не стеснялись свои вопросы, я постараюсь на них ответить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, включайте колокольчик. До новых встреч, пока-пока!